Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Bombastic Brothers. Так, давайте-ка глянем, что у нас тут в оружейке. Естественно, я это все буду открывать. Вау, получено новое оружие. Дармштадт. Нифига, язык сломаешь. Хорошо, но это обычное. Даже не какое-то там элитное или даже редкое, просто обычное. Так, секундочку. Мы можем посмотреть рекламку, если я не ошибаюсь, да? Мы можем посмотреть, но это я уже сделаю потом, за кадром. Сейчас мы этого делать не будем. Так, что у нас там по событиям? Давайте-ка глянем. У меня есть один ключик. Давайте откроем тогда все. Ага, еще две карточки нашли. Итого у меня 4 из 80, чтобы получить вот эту пушку. Так, забираем. Забрали с вами ключик. И давайте, наверное... Так, давайте-ка, наверное, сразу же откроем. 50 гемов мне дали. Замечательно. Так, что у нас тут с вами? Командный пункт. Смотреть, начать. Ну что ж, давайте начнем, наверное, каком-нибудь... О, давай-ка вот это вот, наверное, сделаем. Кстати, ребята, да, если вы не заметили, у меня есть два новых персонажа. Этого я открыл совсем недавненько. А вот этого, насколько я понял, мне дали разработчики. Так, ну что же, выкладываем и вот так вот. Пускай... недостаточно силы. Недостаточно силы, это плохо. Тогда давай вот так вот. Вперед. Так, здесь нам нужен убийца. Так, везде нужен убийца, что ли, получается? Да, ребят, без него нам никуда. А он у меня всего лишь один был. Да. Так, попробуем. И вот так. Отлично. Все, пускай ребята бегают, добывают мне задания. Ну, а мы с вами на черный рынок идем. А что я тут приобрести? Все равно ничего не смогу. Хотя я могу за деньги купить себе так. Соблазняют. Эту пушку взять, что ли? Нет, не буду, ребят. Не буду. В магазине у нас что? Бесплатные бустеры. Давайте-ка посмотрим, что нам выпадет. Угу. Понятно. 3 осколочка. А здесь, ну здесь, ребята, у нас надо смотреть, чтобы жетоны получить и чтобы получить деньги. Опять же, я этим сейчас заниматься не буду. Все сделаю уже потом за кадром. Ну что же, у нас продолжение основной сюжетной линии. Да-да, ребята, у нас с вами 5-й акт. Так, это «Войны в пустыне». «Огненные пески». Мы здесь с вами не были, меня не пускали, но я раскачался и теперь готов принять вызов. Мы оказываемся с вами в пустыне. Где мы? Какое сегодня число? Мы в своем собственном времени, сэр. Тогда почему мы торчим посреди пустыни? Каким-то образом прошлое изменилось, и теперь мы находимся в альтернативной вселенной. Возможно, даже в параллельной. Давайте осмотримся. Надеюсь, ничего важного не произошло. Было бы здорово, если бы Базилик Киберскотч не приобрел такую безумную популярность. Ему столько все равно не надо. Какую еще популярность Киберскотч? Здорово, роднули. Ой, бежите-то как хитренько. Думаете, я вас не вижу? Я вас вижу. Так, началась пальба. Кто там бомбит? А, летунок был когда-то. Так, ниндзи. Клан футовцы. На-ка, получи, распишись. Ну что ты там крадешься? Опа, бомбардирчик был. Так, ребята, это очередная у нас такая мини-ловушечка, да? Я должен всех их перебить. После этого меня только пропустят дальше. Все, я сделал свое дело. Эть-эть. Погнали. Так, тихо-тихо-тихо, не надо, мотыльки, успокойтесь. А летают они здесь. Давай-давай, бомб... Опа, ничего себе, я думал, что он так не может высоко подбрасывать свои бомбочки. Может, оказывается. Черт, куда-то я, ребята, попал. Эть! Да ё-моё, встаю. Так, тихо. Да иди ты со своими этими снарядами. Надо его ушатать по-быренькому. Я ушатал, нужен двойной прыжок. Двойной прыжок. А эти бочки... Нет, нельзя их подбить, к сожалению. Ладно, двигаемся далее. Так, минус. Минус. Продвигаемся. Да, можно, конечно, было бы ракетами пользоваться. Но я почему-то, ребята... Тихо ты. Но я почему-то не особо любитель ими пользоваться. А надо, ребят, на самом деле. Они очень эффективны. На-ка, например, вот так вот, видели? Так бы мне в него стрелять пришлось бы, а тут с одного снаряда просто снесли вот и все. Так, ну что, опять мини-ловушка, да, у нас такая, своеобразная. Так, минусанули.
Так, что это? О, бочки, ребята, бочки. Эти надо уничтожать в первую очередь. Так. Потому что из них будут сейчас вот эти вот осы появляться. Причем постоянно. У меня есть догадка, что произошло до нашего прибытия. Помните инопланетную муху, которую мы прихлопнули в ходе последней миссии? Ее смерть запустила цепную реакцию, в результате которой сильно пострадало наше время. Я назову это эффектом инопланетной мухи. Это ты не первый придумал, эффект бабочки уже существует. Никогда о нем не слышал. Я напишу об этом в своей будущей статье «Эффект инопланетной мухи», опубликую ее в лучших научных журналах и получу высочайшее признание критиков. Эффект инопланетной мухи. Ой, насмешил. Так, ну что, ребят, сундучок, опыт получили, все отлично. Ну что же, у нас вторая миссия — «Опустошенная деревня». Так, посмотрим, у нас... Ну, пока по мощам, ребят, хватает. Как только не будет, мне придется опять уходить в долгую раскачку. Так, продолжение, да, ребят, пустыни? Генерал, получена новая информация об этом мире. Мы застряли в так называемых средних веках, точнее говоря, в арабском периоде. Как это возможно? Возможно, в прошлом эта муха должна была убить видного арабского ученого, но теперь история пошла по другому пути. Зэк, как ты чушь несёт? Муха должна была убить какого-то араба, да? Ну, так как мы ее прихлопнули, миссия сорвалась, да? И теперь все пошло по-другому. Ладно, ребята, будем все это дело исправлять, конечно же. Что? Что опять? 5М мини-засада, да? Так. Да иди ты со своими снарядами, достал уже. Бомбит. Мухи, пошли прочь. Я вас сюда не звал. Опс. Перепрыгиваем. Отлично, можно двигаться дальше. Что там опять? Ниндзюцу? Так, тихо. Одни глаза, главное, когда мы его убиваем, да? От него остаются только одни лишь глазки. Так, тихо, перепрыгиваем. Мочканули. Так, мухи. Вот ватные же, а? И лезут. Все, шибанул. Наверное, тут будет босс скоро. А мне кажется. Ну, не босс, а предбосс, как их можно там назвать-то. Предпредбосс. В общем, какой-нибудь монстр мощный должен появиться, по идее. Так, уничтожили. Нам что, наверх надо, что ли? Нет? Нет, не обязательно. Опять мини-ловушка, да? Так, уничтожили. А, летун. Давай, перезаряжайся-то быстрее. Ну, это все ерунда для нас. С этим мы знаем, как бороться. В пустыне, да, значит? Опа, снайперок. Снайперок-хамелеон. Да-да. Быстренько мы его наказали. Двигаемся далее. Босс? Нет, ребят, не босс. Очередная опять ловушка-заварушка. Можно так назвать. Ну и хорошо, что пока здесь идут одни ватники, ребята. Это... Ау! Обожаю с ватниками драться. Тихо. Как ты меня достал там наверху, а? Хламунище. Бочка и турель. Так, турелька М-. Оу, прям на снаряды прыгнул. Зачем? Зачем так надо было делать, а, Рэй? Да фиг ли, в этом кипише, ребята. Надо очень-очень быстро все делать. Иначе вот так вот можно взорваться. Генерал, у меня есть план. Напишем сами себе в прошлое, чтобы не убивать ту муху. Но сначала мы должны добраться до временной аномалии в местном городке под названием Аграга. Действуем по твоему плану. Если я начну задавать вопросы, то буду иметь глупый вид. А я не могу себе этого позволить. На ховербайк! Угу, на ховербайк. То есть сейчас мы будем с вами летать. Ребята, я получаю новый уровень, 26-й, 25 гемов. Так, безумная гонка. Скорее всего, так оно и будет. Так, по мощам пока все терпимо, поехали. Кстати, Джефф у меня, ребята, уже имеет 2 звезды, если вы этого не увидели. Внимание, враг! Как я обычно говорю своим детям, и без победы не возвращайтесь, а то останетесь без ужина. Понял. Я вас прекрасно понял, генерал. Останемся без ужина. Там мухи, тляхи всякие тут летают. Надеюсь, преград не будет или будет? Мне кажется, будут какие-нибудь опять очередные преградушки здесь. Но пока не видно.
Ладно. Это даже хорошо. Этих, как обычно, бомбим. Так, я лучом бомбану. Солидно. Так, давай ракеточки используем с вами, а? Что, нам их солить, что ли, с вами? О-о-о-о-о-о-о, запуляли-то, запуляли, хорош. Чересчур много. Получи ракеты. Замечательно. Так, луч. Да, луч, когда используешь, лучше подпрыгивать, потому что он и воздушные цели тоже бомбит. Так, давай-ка мы все это перепрыгиваем. Неужели босс будет какой-то? Да, ребята, вау. Тихо ты. Да ладно, такой вот ватный босс. Я в жизни не поверю. А что я тут должен делать? Он... Зашибись просто-напросто. Ракеточки мои улетели в никуда. Тупанул, конечно, тупанул. О, неплохо. Вот сейчас было неплохо. Слушай, а он ватный, смотри, что мы делаем с вами. Так вот, оп, и все. И делов-то на копейку. И просто расстреливаем его. Давай ракеты. Это мы перепрыгиваем дело. Да, луч. Даже лучом пробили. Приближаемся к городу, сэр. Местный закон запрещает... Местный закон запрещает появление в черте города любых летающих объектов, включая волшебные летающие ковры, но не ограничиваясь ими. Убивай их... Убирай ховербайк, агент. Прогуляемся пешком. Ну, пешком так пешком. Награда, сундучки. Кстати, надо будет сундуки открыть нам. Ёлки-палки, 27 уровень. Что-то мы с вами растем как на дрожжах. Так, дайте-ка я, с вашего позволения, все-таки открою сундуки. Мне надо посмотреть, что у нас тут выпадет. Открыть все. Ой, простецкая, самая простецкая, ребята, амуниция. Но, тем не менее, можем кому-то ее одеть. Так, замечательно. Так, у нас что там по деньгам? 1800. А что вы мне показываете? У меня еще что-то осталось? Ведь... А, ну то, что посмотреть просто надо, да? Я пока этого делать не буду. В магазин я не пойду. Ну что ж, побежали тогда дальше проходить. Пятый акт. Четвертая миссия. Городские трущобы. Даже это... Оу, ребята, а вот теперь фиговенько все дело. Рекомендовано, смотрите... 20500, а у меня 20141. Многие спросят, ну и что, иди. Ребята, я вам покажу, что сейчас будет. Вот смотрите. Начать миссию, да? Несмотря ни на что, я начинаю миссию, и вы посмотрите, как меня будут разбирать. Вроде бы небольшое такое, да, отставание от назначенной мощи. Но будут сейчас меня здесь чекрыжить. Давайте посмотрим, как это... Этот мир еще не захватили инопланетяне. В чем его секрет? Вряд ли в этом заслуга местного лидера Джафара, который только и делает, что прячется в своем дворце. А его имя подозрительно напоминает имя одного известного мультяшного злодея. Угу. Джафара. О, смотрите, ребята. Вы просто посмотрите, как мне тяжело их подбить. И посмотрите, сколько у меня здоровья отнимается. Ну вот как вот... Как мне здесь вообще драться? Это нереально, согласитесь. Бесполезняк. Ну ладно, чтобы убить этого хламона, сколько нужно выстрелов сделать? Так что, ребятушки, вот так вот вам. Не все так легко и просто. Так, подбил. Даже эти мухи, которые были ватные, то я их не могу забомбить. Да уйди ты от меня. Ну, когда же отдуплишься? И ракеты даже, ребята, наносят минимальный урон. А мне стоит попасться, да, на один взрыв, и мне хана сразу будет. Так, сейчас будет опять мини-ловушка, да, такая осадная, где нам нужно будет отбиваться от них. Ну и как? Как?
Вот и все, в принципе, ребята. Вот и поражение. Так что ничего не могу поделать. Нужно набивать себе мощь. А мощь у нас набивается с помощью либо экипировки, либо повышения уровня, либо чего там еще. Я даже не помню, чего еще-то. Давай глянем просто хотя бы. Так, где у меня Джефф? Автовыбор. Ничего пока мы сделать не можем. А, новый уровень я не могу ему поднять, потому что нужна тренировочная 6 уровня. А тренировочная 6 уровня... Так, вот она, да? Это мостик, вот, тренировочная. Чтобы повысить ее до... нужен мостик 5 уровня, да? Мостик 5 уровня, смотрим. Нужно завершить миссию 5.6. Собака старая, фокусы новые. Иди ты... Так, собака старая, фокусы... Это миссия... 5.6, подожди-ка, это где у нас такая миссия? 5.6. Собака старая, фокусы новые. Ну-ка. Это вот получается вот здесь, что ли, пройти? У-ху-ху. Слушай, ну тут вообще тогда логики нету, да? Как я смогу пройти то задание? Чтобы улучшить мостик, нужно завершить миссию 5.6. Собака старая, фокусы новые. Трындец. Просто трындец, ребят. Ой, ладно. Сделаем на этом, наверное, с вами перерывчик, ребята. Потом я уже, когда подраскачаюсь, посмотрим, может быть, найду себе новые какие-нибудь шмотки, одену на нашего Джеффа, чтобы у нас, по крайней мере, было мощей нужное количество. И продолжим играть. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.